На днях мне пришло 3 посылки. Решил их распаковать сегодня. Начну с маленькой. Ну, как обычно. Я, в принципе, знаю, что здесь. Здесь у нас должны быть батарейки. Я не знаю, как проверить такие батарейки. Я их проверять не буду. Купил я после одного обзора, посмотрел обзор, там человек, он как раз заказал все такие батарейки. То есть, товар проверенный. Ссылка на него будет тоже в описании. Поэтому я решил их заказать. И человек сказал, что он уже не первый раз заказывает такие. Так, ладно. Батарейки, я уже не помню, зачем мне были нужны. Ну, такие батарейки не всегда в ходу. Для велокомпьютера. Так. Видите, у нас что-то для велосипеда. А, маска. Точно. Мне попросили маску заказать. Ну да, я такую маску уже распаковывал. Ну, она пришла супер быстро. Даже не ожидал. Тут. Видите, бумажка. Ладно. Кстати, я такой пользуюсь маской. Мне очень понравилось. Сменные клеммы здесь, мне кажется, без запасных. Да. Да, я порвал пакетик. Надо было аккуратнее распаковывать. Я бы принес ему пакетики. Ну ладно. Так. Такие сегодня никчемные посылки. И тут халат. Для супруги, если не ошибаюсь. Почему-то мне в рекомендованные постоянно попадали. Я решил заказать. Вот. Ссылка на все будет в описании. Также не забываем пользоваться EPN-сервисом для кэшбэка. Очень хорошая система. Ну, типа банного халата, или как после ванны. Так, запаха практически нет. Тут какой-то зайчик нарисован. Слова любви. Сейчас пойду экспериментировать на жене. Все, померила. Там ссылка будет на этот товар. И по ссылке в комментариях, в отзывах будут фотографии этих вещей. Так что не буду показывать. Ну, все, на этом я прощаюсь. Такая маленькая у меня распаковка. И тут, ну, товар один не мой, не жене, и батарейки. Самое то, что мне нужно было, это батарейки. Все остальное мне мое.